Новый цвет и перфорированная полоса. В бобруйских автобусах появились квитки с обновленным дизайном. Талоны сменили красный цвет шрифта на синий. Информацию отпечатали на белорусском языке. Дизайном предусмотрена перфорированная полоса. Теперь фискальный документ отрывается аккуратно. Больше месяца назад идентичные проездные появились в Могилеве. Напомним, в мае в общественном транспорте Бобруйска появилась возможность бесконтактной оплаты проезда. Чтобы пользоваться системой, надо скачать приложение на смартфон и привязать к электронному кошельку. В автобусах и троллейбусах достаточно поднести камеру к наклейке с QR-кодом, выбрать нужное количество билетов и оплатить.